Сегодня у вас День Ангела, День Татьяны. Мы поздравляем вас с праздником. Желаем вам удачи и успеха. Спасибо. Я тоже поздравляю вас всех с Днем Татьяны и с Днем Студенчества. Но, честно говоря, первый раз я День Ангела встречаю вот таким по-настоящему праздником встречи со студенчеством, встречи с вами. Причем не просто со студенчеством, а с тем студенчеством, кто умеет переживать чужое горе как свое, воспринимать чужую боль через свою душу. Это сегодня редкое явление и очень важное для нашего большого национального, достойного государства. И как ни странно, сегодня, в это бурное время, где, казалось бы, социальные проблемы занимают первое место, все больше и больше появляется молодежных правозащитных организаций. Появляется НКО социальной направленности. Именно это определяет сегодняшний день российского государства. Я от всей души поздравляю вас с открытием форума. Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас сбылись мечты. Я хочу пожелать, чтобы та судьба, которую вы себе моделируете, она непременно состоялась бы. Чтобы в вашей жизни было много ярких красок. Чтобы она была интересной. Что такое наша жизнь? Секундная стрелка в этом огромном космическом пространстве. И нужно ценить каждое мгновение этих секунд. Каждый из нас уйдет, и каждый оставит след, и этот след будет добро, сделанное в этом мире. И даже не посаженное дерево, не построенный дом, а именно доброе дело, из чего соткан наш мир. Мы только что проводили Елизавету Петровну Глинку, которая сделала целью всей своей жизни делать добро. Она везла больных детей, ненужных никому, в свой дом. Она собирала по ниточке для погорельцев помощь. Она просто разговаривала с людьми, чтобы сделать их жизнь лучше. Вот это пример настоящей правозащиты и настоящего правозащитника. Я поздравляю вас с открытием форума. Спасибо, Татьяна Николаевна. У нас на протяжении нескольких месяцев происходил отбор национальной премии лучших студенческих правозащитников, и мы хотели бы попросить вас вручить нашим победителям статуэтки и мини-гранты от Всероссийского студенческого союза на развитие их правозащитной деятельности. Пожалуйста, если вы согласитесь оказать такую часть. Это да. Большая часть. Да, спасибо большое. Спасибо, Адьяль Победитель. Итак, в номинации «Правозащитное объединение года» победителем премии стал правком студентов Московского физико-технического университета. Пожалуйста, статуэтку. У нас, наверное, представитель сегодня отсутствует, но, к сожалению, мы передадим
У нас сегодня есть и другие победители. Да, пожалуйста, следующая номинация. Номинация «Правозащитный проект года». Комплекс мероприятий «Мои права, мое богатство». Северокавказский федеральный университет. Ребята тоже не смогли у нас сегодня доехать, но они действительно развивают большой комплекс мероприятий. Это и правовое просвещение, и большой комплекс мероприятий по консультированию правовому, причем самых разных слоев населения и студентов прежде всего. Вот. Ну а следующие у нас победители, они точно здесь есть. Поэтому мы, пожалуйста, Михаил Абеев. В номинации «Правозащитник года» победил Воробьев Виктор Викторович, Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики. Пожалуйста, статуэтку. И... Поздравляю вас. А где статуэтка? Уже несем. Очень красивая. Чтобы у вас хватило мужества, сил продолжать эту замечательную, важную работу для всех. Да. Каждый у нас победитель получает небольшую сумму на развитие своей правозащитной деятельности, и надеемся, что она будет действительно полезна каждому из ребят. Да. И, пожалуйста, следующий проект, который действительно занимается созданием фонда аудиокниг и учебников для слабовидящих и слепых людей. В номинации «Защита прав студентов с особенностями здоровья» победил проект «Голос книги» Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Процесса. По этой специальности я защищала докторскую диссертацию. И разрешите вам начитать учебник уголовного процесса лично, потому что меня тоже потрясает эта программа. Она очень важна и открывает людям больше простора для знаний и вступления в социум. Спасибо большое. Действительно, большая честь, что вы наградили наших призеров и победителей. Ну, мы, безусловно, наши ребята очень были заинтересованы в неформальном общении. Благодарим то, что вы согласились приехать к нам и поговорить о тех насущных вопросах, которые беспокоят сегодня нашу молодежь. Вот, пожалуйста, вам несколько слов. Если можно, то сначала, да, я немножечко расскажу о работе уполномоченного, о правозащитном движении сегодня. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Студенчество – это совершенно особый отряд. Сейчас 8 миллионов у нас студентов в стране, которые вступают в жизнь и делают нашу Россию прочнее, сильнее и увереннее в себе. Потому что она будет наполнена такими профессионалами, как вы, совершенно нового поколения. А вот я прошла от перышка и чернильницы до самых современных гаджетов. И я понимаю, какими инструментами вы сегодня обладаете для того, чтобы сделать мир лучше. Но есть совершенно непроходящие ценности и извечные категории, которые были, есть и будут. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в прошлом году нашему закону, которому будет в этом году 20 лет, дал много дополнений, которые уполномоченного укрепили в своем инструментарии и возможности защищать людей. Уполномоченный вправе обратиться в Верховный суд об отмене всех вступивших в законную силу решений суда и приговоров, если видит эту несправедливость, и если смог собрать еще дополнительные, а может быть даже и не дополнительные доказательства, но
Верховный суд попросить увидеть это через призму справедливости. Так как увидел это уполномоченный по правам человека и его большой аппарат, аппарат профессионалов, экспертов. Президент Российской Федерации дал возможность обращаться с исками в суд о прекращении несправедливости, нарушений, о наказании нарушителя. Этот нарушитель – это орган государственной власти, это должностное лицо. Ко мне обращается и студенчество. И при встрече к вами, с вами я проанализировала, с какими вопросами идут сегодня молодые люди за своей защитой. Мало обращений. И я их разрешить не могу в полной мере и буду просить об этом президента. Я не могу защитить студенчество, потому что они обращаются против нарушений в системе вузов. А закон об уполномоченном разрешает противодействовать органам власти. А вузы, как известно, не орган власти. И ректор высшего учебного заведения и преподаватель, они тоже не относятся к органам государственной власти. Но к органам государственной власти относится Министерство образования. В этом году 40 обращений были связаны с неожиданным прекращением деятельности, 40 обращений, с неожиданным прекращением деятельности вузов. Это инвалиды, многодетные дети, многодетные семьи. Это дети, оставшиеся без родителей, сироты. Это пожилые просто люди. Это люди, попавшие в самое сложное свое положение и находящиеся в хосписе. В этом году была введена впервые государственная премия за правозащиту и за меценатство, за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности, и за меценатство. И за меценатство получил награду священник, который в Санкт-Петербургской области открыл для безнадежно больных детей 9 хосписов. И вот эти последние дни маленьких человечков сделал интересными, вот как бы это парадоксально не звучало. Но это и есть сопереживание, сподвижничество и умение помочь тем, кому трудно. Есть люди, которые этим занимаются факультативно, а есть те, которые делают правозащиту целью и содержанием своей жизни. Я готова сделать все, что в моих силах, чтобы помочь молодым правозащитным организациям встать на ноги, получить поддержку и просто вот самой и душой, и своими возможностями быть рядом с вами. Спасибо. Значит, этого года, 17-го, вступило в силу новое постановление правительства, которое изменило порядок предоставления субсидий, которые выделялись на эти кредиты с господдержкой банкам. А этих банков было в прошлом году было всего 2, Сберегательный банк России и Росинтербанк. С сентября 2016 года лицензия Росинтербанка была отозвана, остался только Сбербанк. Вот Сбербанк объявил, и Министерство образования объявило, что, значит, в связи с этим постановлением правительства они хотят внести какие-то изменения в нормативное регулирование. В связи с этим программа образовательных кредитов с господдержкой заморожена на неопределенный срок. Новые кредиты с господдержкой не выдаются. Вопрос такой, готовы ли вы поддержать уполномоченным по правам студентов и вообще российское студенчество и как-то поспособствовать возобновлению этой программы?
Ответ прост. Готово. Здесь ведется же стенограмма, да? Запись? Ну, конечно, фиксируем, по крайней мере, вопросы. Прям дословно, ну, нет? У вас здесь видеокамера стоит, конечно. По крайней мере, она фиксирует. Я обещаю вам, что я отражу вот эту ситуацию в докладе уполномоченного за 2016 год, что этот доклад будет передан президенту и в парламент, в обе палаты, и отдельно озвучу этот вопрос в Государственной Думе на профиль, в профильном комитете. И для Валентины Ивановны Матвиенко, она тоже большое очень внимание уделяет этой проблеме. Спасибо. Чувства и права – это то, что отличает его от всего другого. Чувства, любовь, ненависть, сопереживание, сострадание и права. Все, что вокруг нас, это незримые нити прав и обязанностей. Вы пришли сюда, имеете право получить от меня знания о том, что сегодня в правозащитном мире. А я обязана сделать это, потому что в законе об уполномоченном по правам человека, имеющим уровень федерального конституционного закона, сказано, что я обязана заниматься правовым просвещением. Что студенчество всегда отличало? То, что они дерзкие. А почему они дерзкие? Потому что они как ребенок еще не обожглись. Потому что они видят по-новому этот мир. Поэтому всегда студенческие и взгляды на жизнь, и положительные дела, и студенческие восстания, и студенческие протестные акции в мире особо оценивались обществом и руководством. К ним прислушивались, их боялись, их ненавидели и их уважали. Это студенческие выступления во всех странах мира – Китай, Испания, Россия. И сегодня очень ценно то, что студенчество получает большой выбор в своей жизни. Работать здесь или за рубежом, остаться на родине или презентовать себя в других государствах. Будем только рады. Слушаю вас. Татьяна Николаевна, большое спасибо за то, что вы посетили сегодняшний форум. И еще раз всех нас с праздником, и вас с праздником, с вашим Днем Ангела. Хотелось бы спросить такой вопрос. Вы говорили сегодня о НКО, в том числе НКО, которая занимается правозащитной деятельностью. Мы все знаем, что такие организации получают грантовое финансирование, какую-то поддержку, однако стоит вопрос, этих грантов бывает недостаточно. Вот в связи с этим такой вопрос, как развить среди нашего общества, российского общества, культуру пожертвования таким НКО, в том числе НКО, которые занимаются правозащитной деятельностью? Сегодня как никогда много людей, которые готовы пожертвовать. Я была в Можайске, в восстановленном храме, и вот на нем перечень пожертвований. Там, Петров Петр Петрович, 10 тысяч рублей, там, такой-то, 100 тысяч, Агафья Ивановна Семенова, две доски. Вот кто-то нес две доски, кто-то кирпич, кто-то вкладывал, что может. Кто-то просто пришел в церковь и помолился за то, чтобы вот этому сообществу дали сил восстановить храм. Самое главное – это то, что, чтобы люди знали, что вы это делаете. Вот не скупитесь рассказывать о своих добрых делах. Это очень важно, чтобы вы использовали все каналы. Сегодня очень много есть возможностей довести до людей информацию о добрых делах.
социальные сети, интернет, газеты, телевидение. О вас должны знать. И если вы будете переписывать свой счет и говорить о том, что не надо просить, просто говорить, что вы делаете добрые дела. Если кто-то хочет принять в них участие, наш счет такой-то. Я уверена, что откликнутся. И самое главное, не теряйте веру в то, что если даже у вас вообще никаких средств не будет, это не должно быть препятствием, чтобы остановить вашу деятельность. Господь видит, кто делает добрые дела, и обязательно к вам придет помощь. Это Иркутская область. Меня зовут Евгения Бондарчук. Я представляю свой вуз. И вопрос очень острый для нашего университета, потому что это касается летнего оздоровления. Ежегодно, на протяжении уже 15 лет, студенты нашего вуза выезжают на юг России. Азовское море, Черное море, море. Но в этом году до сих пор ответ администрации вуза не был для нас ясен. Будут ли путевки, будут ли выделяться для этого деньги. А если мы ссылаемся на закон, федеральный закон об образовании, статья 36, часть 17, то там говорится о том, что предусмотрено на выделение оздоровления студентов. И поэтому вопрос такой, как нам быть, что нам делать. Мой председатель профсоюзной организации уже неоднократно обращалась лично к ректору вуза, но конкретно он ответа не дает, уходит, так скажем, от ответа. Но это... Видимо, нет денег. Деньги есть, потому что они же выделяются, они... Ну, в общем, бюджет есть. Лично переговорю с ректором и дам вам ответ. А можно как-то письменно отдать, чтобы вы не забыли про нас? Тогда вы мне письменно, я вам. Ну, а можно я сейчас передам, да? Мы да, вопрос... конечно. Только я не сейчас дам письменный ответ. Хорошо. Спасибо. Действительно, большой блок вопросов, вот, они связаны с студенческим отдыхом, и он фактически, он иногда не всегда гарантирован. Мой советник у вас берет. Кристина Владиславовна. Да, спасибо большое. Вот, пожалуйста, да, вопрос. Регина, пожалуйста. Добрый день, Татьяна Николаевна. Меня зовут Регина, Санкт-Петербургский университет МВД. Присоединяюсь к поздравлениям по случаю Дня Ангела. Всего вам доброго, всем благ. И маленький комплимент от нашего университета. Спасибо большое. Вот такой очень красивый календарь. Решили бороться с несправедливостью и делать людям добро. Когда я училась в школе, у друга нашей семьи, друга моего старшего брата, погибла сестра. Она была убита очень жестоко, это было на Байкале. И пять молодых людей, которые подвергли ее издевательству и лишению жизни, один из них был сыном прокурора. И это дело постоянно тормозилось. И с большим трудом, поскольку все в семье обсуждалось, с большим трудом удалось все-таки завершить следствие, и они были преданы в суду. Но сын прокурора, он был признан психически больным, хотя учился в вузе. И успешно сдал. И, конечно, у всех окружающих сложилось мнение, что это неправда, что это просто основание для того, чтобы уйти от ответственности. Вот это был в моей жизни тот момент, который подвигнул меня к тому, чтобы заняться юриспруденцией. А юриспруденция для того, чтобы защищать людей. И 10 лет после этого я работала в отделе помилования. Кстати, вот на 10-м году моей работы там о помиловании пришло обращение одного из вот этих ребят, которые участвовали в убийстве этой девушки. Он не был помилован, но очень важно не мстить, а найти в себе милосердие
Но, как Иван Ильин говорил, что добро должно быть с кулаками. И необходимо уметь противостоять злу. Поэтому я выбрала юридическую профессию и, проработав 10 лет в отделе помилования Президиума Верховного Совета Российской Федерации, с невосприятием правоохранительной системы. Сейчас, будучи уполномоченным и получая большое количество обращений недовольных и обиженных полицией, прокурором, судом, я понимаю эти настроения. Но у нас ведь не принято писать благодарности полиции, прокурору и суду за ту помощь, которую была оказана потерпевшим, а людям, попавшим в жернова судебно-следственной машины, реабилитированным, оправданным, тем, кому возвращено было доброе имя, честь и достоинство. А вот, собственно говоря, мой путь. 10 лет в президиуме, 20 лет в органах внутренних дел, 10 лет в Государственной Думе, потому что Государственная Дума – это было продолжение правозащитной работы с законодательным уклоном, когда не только ты можешь помочь своему избирателю, кстати, я продолжаю работать над помощью своим избирателям, когда начинала дело еще в Государственной Думе, но и увидев системные проблемы, которые вот сейчас были обозначены, системная проблема, связанная с вступлением в силу постановления правительства Российской Федерации, можно выйти на законодательное решение и дать обществу правовой инструмент, который может защитить, исправить ситуацию, открыть двери к будущему или, наоборот, тормозить и препятствовать развитию личности. Это самое главное, чтобы каждый из нас мог почувствовать себя личностью, сделать выбор, служить в полиции или быть журналистом, лечить людей или путешествовать по миру. Это очень важно, дать возможность человеку почувствовать себя индивидуумом, личностью. Душ кухни. И у меня вопрос, готовы ли вы порекомендовать уполномоченным по правам человека субъекта Российской Федерации регулярно посещать общежития с проверками, так как этим официально занимается студенческий омбудсмен, аппарат студенческого омбудсмена, но фактически его работа как бы малоэффективна. Спасибо. Да, хорошее предложение. Считайте, что уже посоветовала. Обязательно. Спасибо. Коллеги из Дагестана. Добрый день, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, меня зовут Мансурова Малик. Уполномоченный, да? Общественный совет, да, у нас УМА. Соответственно, вот недавно опять-таки разразилось в дипломатических кругах о том, что задержали нашего программиста Лисина, Станислава Лисина. И вот я хотел бы в связи с этим сказать, вот о тех инструментах, которые есть у нас в защиту прав наших граждан за границей, да, и по защите их прав нарушенных, мы знаем. Вот, не кажется ли вам, что неплохо было бы добавить новые, и вот какие? Вот мы, я хотел бы для примера сказать, что прежде чем даже задержать американского преступника, отправляется запрос, нужно ли его сейчас задержать, или можно пока что попасти его, грубо говоря. Можно ли, чтобы он еще что-нибудь там наделал, или, и потом задержать его, или прямо сейчас его задержать. А вот получается, наших граждан вот просто-напросто вот без предупреждений, без ничего. То есть забирают, и любая сторона может, получается, и нарушение прав все-таки. Это даже международная, как, по-моему, конвенция какая-то задевается. Я извиняюсь, что некорректно, может быть, я не до конца все изучу, но вот какие инструменты новые нам бы не помешали, вот на ваш взгляд? Может быть, где-то построже, может быть, где-то что еще. Спасибо большое. Знаете, что меня поражает? Философия и масштабы мышления российского человека. Огромное количество проблем дома, да? Горячей воды нет, там за стипендию не платят.
А нас интересует судьба всего мира. Мы всегда были такие. Вы знаете, у вас очень интересный вопрос, но он свидетельствует вообще о нашем уровне нравственности. Сегодня тяжелейшая ситуация когда разрушается система ценностей, европейских ценностей, созданных ими в этом году. В прошлом году мы отмечали 50 лет двум международным пактам. Пакт о гражданских политических правах и пакт о экономических, культурных, социальных. И вот сегодня, мне кажется, что мы большие хранители европейских традиций, нежели сама Европа, которая все время живет двойными стандартами. Им можно, нам нельзя. Мы встречаемся с послами, и вот английский посол мне задал вопрос там, относительно прав человека в России. Я его спросила, не считает ли Европа, что введение санкций является нарушением прав граждан, их в первую очередь, которые лишены возможности поставлять продукцию на российский рынок. И таким образом очень много фирм обанкротилось, а многие граждане недовольны. Он сказал, нет, наши люди пострадали не от санкций, а от российских антисанкций. Вот. Это вот его видение, это российские антисанкции нанесли вред. И когда мы видим, что в отношении Косово это нормальная ситуация, а в отношении Крыма это аннексия, и вот постоянная система двойных стандартов, в том числе к правам человека и к человеку в целом. Сегодня для меня, как для уполномоченного, это большая часть моей работы, потому что она выходит за рамки международного права, национального права. И впервые я бы сформулировала такое понятие, как правозащитная дипломатия, которая руководствуется принципами гуманизма и справедливости, то, что выше закона. Я была в следственном изоляторе к вопросу о правах человека, где содержатся два наших военнослужащих. Одному молодые ребята, ну, где-то до 30 лет. Они служили в Крыму в украинской армии. После известных событий 2014 года воссоединения России и Крыма они приняли решение, что будут служить в российском военно-морском флоте. Их буквально коварно выманили на границу. Они закончили Харьковское военное училище, их пригласили забрать свои дипломы. Они пришли на границу, а граница это что, шлагбаум? С одной стороны Украина, с другой стороны Россия. Их толкнули через шлагбаум, вот они уже на украинской стороне, насильно посадили в машину, вывезли в город Николаев. И считая их гражданами Украины, хотя они обратились к президенту о выходе из гражданства, сдали свои паспорта, тем не менее их считают гражданами Украины, потому что украинская власть не принимает решение о лишении гражданства тех, кто в Крыму. И сегодня начинается суд над обоими ребятами за дезертирство со стороны Украины и за измену Родины. Ну, очень высокие сроки наказания предусмотрены по этим статьям. Но на наш взгляд это абсолютно несправедливо, потому что каждый человек имеет право выбрать, где он будет жить, в каком государстве и какое гражданство иметь. Главное, чтобы ты выбрал, что ты, за исключением тех государств, с которыми у нас есть соглашение о двух гражданствах, ты можешь выбрать, что ты будешь гражданином Франции и выходишь из гражданства России, и наоборот. Это очень важно, свободу выбора человека сохранить.
И сегодня инструменты были Европейский суд по правам человека. Но вот буквально неделю назад в Страсбурге я встречалась с председателем Европейского суда по правам человека и сказала, что мы разочаровываемся в этом институте, потому что люди стоят в очереди 4-5 лет минимум, чтобы их жалоба была рассмотрена на предмет приемлемо-неприемлемо. А потом уже там коммуницировано или нет. И очередь эта непрозрачная, никто не может посмотреть, вот подал жалобу в Европейский суд, как она движется, через сколько времени будет рассмотрена. А инструмент, я просила его, чтобы уполномоченный по правам человека тоже имел право участвовать в Европейском суде. Это было бы дополнительной возможностью для защиты. Но большей защиты, чем ты сам, ничего не может быть. Каждый из нас должен быть сильным, самодостаточным, знающим свои права, ибо умный знает, как выйти из трудного положения, а мудрый в него не попадает. Стараться не попадать в трудное положение. Спасибо.